военные медики вооруженных сил Украины получили первый автомобиль «Гурка», предназначенный для эвакуации раненых бойцов с линии фронта. Это первая бронемашина скорой помощи из 13, которые были заказаны через платформу «Юнитед-24». Автомобили прежде всего помогут украинским медикам перевозить раненых бойцов сил обороны с передовой до ближайшего медицинского пункта. Автомобиль имеет полный привод, позволяющий ему ездить даже там, где дорог практически нет. Имеет противоминную защиту МПВы, что минимизирует последствия взрыва мины под днищем. Важно соответствие «Гурка» баллистическим стандартам НАТО, а именно стандарту «Штанак 4569 уровня 2. Во-первых, передние колеса расположены перед водителем, что уже дает 1.5 метра дополнительной защиты, энергия взрыва уменьшается. Во-вторых, крылья спереди и капот крепятся к шасси, а не непосредственно к кабине экипажа, что в критическую минуту взрыва уменьшает энергию ударной волны. Бронированный отсек боевого отделения отделен от моторно-трансмиссионной ниши двойной переборкой холодик символ товарного знака, а бронированная дверь обеспечивает доступ к двум раздельным ячейкам бронированной капсулы. Если заднее колесо подрывается на мине, взрыв следует вверх и наружу, тем самым ограничивая повреждение салона. Некоторые меры предосторожности были включены в проект для защиты экипажа от взрыва мины именно под днищем. К тому же, дорожный просвет был максимально увеличен для обеспечения максимального рассеяния энергии взрыва. Днище машины защищено дополнительной демпфирующей пластиной. Она выполнена из материала Ticker Minor Plate символ товарного знака, имеющего слоистую структуру типа сэндвича и поглощает значительную часть энергии взрыва. Пластина имеет собственную крепежную систему, благодаря чему она прикрывает все отделения экипажа. Бронемашины, созданные канадским производителем Tarradin Armored Vehicles на базе американского Ford F-550 Super Duty, обладают высокой проходимостью и могут передвигаться по полевым и разбитым дорогам в районах ведения боевых действий. Среди особенностей полноприводного автомобиля – автообувь. Автомобиль не боится проколов шин и может стабильно держать скорость при такой проблеме. В случае потери давления в шинах, 8-тонный автомобиль с почти такого же веса грузом способен проехать с пробитыми шинами до 150 км, в зависимости от состояния дороги. Это означает, что машина не застрянет на поле боя в случае, если попадет под обстрел. Вообще, количество таких машин в мире очень ограничено, поэтому их пришлось специально изготавливать под заказ. Эти авто выполнили под заказ именно для Украины. То есть они оборудованы в современные, технологичные и бронированные скорые, которые предназначены для эвакуации раненых с поля боя. Как только другие машины из партии будут готовы, их транспортируют в Украину.